Партнер прогноза погоды – Республиканский центр медицинской профилактики Минздрава Бурятии. От Ивея Михайлович о погоде в доме на улице на 26 марта. По республике ночью влияние циклона, местами снег. По южному Прибайкалью сильные снегопады. Днем в тылу циклона местами небольшой снег. Ветер северо-западный 6-11, местами порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха Баргузинский, Баунтовские районы ночью 19-24, местами до 30 мороза. Днем минус 5, минус 10, местами до 0. Прибайкалье, Кабанский район, ночью минус 4, минус 9, днем плюс 1, минус 3, теплее. В Закаменске, Кяхтинские районы, ночью минус 3, минус 8, по юго-западу до 18 мороза, днем минус 2, плюс 3. Наша дорогая столица, ночью небольшой ненужный снег. Днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11, днем порывы до 16 метров в секунду. Температура ночью минус 4, минус 6, днем 0, плюс 2. На дорогах местами гололедица, накаты, будьте осторожны. Атмосферное давление будет расти до 726 миллиметров ртутного столба. Чудная вещь – старость. Вас окружает забота, любовь, уважение. Но как жаль, что это длится так недолго. Состариться – это значит избавиться от страха перед прошлым и будущим. Любой возраст прекрасен, а ты, Ивей Михайлович, будьте всегда здоровы. И оптимизм – самое главное. Тебе всегда хватало сил преодолеть страх. Напитки, пожалуйста. Для храбрости? Нет, спасибо. Сила отказаться, когда ты не согласен. Сила твоей находчивости и смелости. Тебе хватит сил держать употребление алкоголя под контролем. Уже бежишь. Минздрав утверждает, ты сильнее без алкоголя.